В Обнинске большая депутатская чистка. Здесь выселили оппозиционеров из Обнинского городского собрания, лишив их возможности вести прием избирателей и работать в здании местного парламента. Личные вещи зачищенных приравнены к мусору и уже готовы к утилизации. Часть бесследно исчезла. Чувствуется работа мастеров из «Единой России». Попрание прав граждан – будничная норма для жулья из ядросни. Но нет предела совершенству. И ядросы дерзают, лишая прав избранных народом независимых депутатов. Стоило последним начать активную работу с гражданами города, начать задавать неудобные вопросы местной власти, как в стане провластного отребья прозвучала внутренняя фанфара, призывающая к немедленному отпору. Когда мы попытались узнать, каким образом расходуются средства городского собрания, нам почему-то сказали, что, простите, есть статьи, которые мы не обязаны раскрывать. Но это уже не лезет, на мой взгляд, ни в какие рамки. Поэтому мы спросили, а кто это решил и почему это так? У нас есть руководство горсобрания, которое должно это знать и которое единолично распределяет эти средства. Ну, поэтому, когда попросили, ну вы нам разъясните, нас, мягко говоря, послали, и поэтому пришлось обратиться по этому поводу в прокуратуру. Но вместо того, чтобы как бы решить этот конфликт миром и как-то выйти из этого положения, вместо этого, значит, решили сделать бухгалтерию. И бухгалтерия не в 402 комнате, которая фактически свободна, и в которой раньше сидела КСП одно время. Вместо этого решили сделать 412, в которой ведут прием депутаты, куда приходят люди, где лежат все документы. И поменяли замки, выкинули все документы. Самое главное, выкинули письма избирателей. Письма избирателей – это документы, с которыми работаем. Плюс еще это наши документы, архивы, газетные вырезки, потому что все это нужно для работы. И плюс еще книги, там и жилищный кодекс, законодательство, все книги, которые необходимы для работы. В 412 комнате я работала с документами, печатала письма, отвечала на обращения избирателей. Когда 6 июня я пришла, дверь оказалась закрыта, подергала ручку, и поехали мы на экскурсию по муниципальным зонам. 7 июня я написала письмо Савину с просьбой объяснить ситуацию, почему я не могу попасть в 412 комнату, у меня находятся там регламенты, другие документы. Но до сих пор я ответ на этот вопрос не получила. Меня лично поражает уровень понимания сути местного самоуправления руководством городского собрания, руководством его аппарата. Оказывается, все уже для аппарата. У нас могут сидеть две дамы из аппарата в большой комнате, но 10 депутатов права на работу не имеют. При этом я специально спросила, ну, формально это объясняется созданием бухгалтерии городского собрания, об этом стоит поговорить отдельно, это отдельная очень интересная тема, но при этом было сказано, решение о создании бухгалтерии городского собрания приняло руководство собрания, и я, это отражено в протоколе горсобрания официально, я спросила, простите, я не слышала такого термина в местном самоуправлении, что такое руководство городского собрания, уточню. Савину было сказано, это я председатель собрания и мой заместитель. Они решили. То есть это просто попрание прав депутатов и, соответственно, избирателей, прямое препятствие депутатской деятельности. Это не шутка, это статья Уголовного кодекса. То есть когда можно документы, которые лежат у депутата на рабочем месте, выкинуть в мешки с мусором? Когда мои полномочия закончились, у депутата больше меня не избрали, действительно, если я не забираю что-то, это берется и все выбрасывается. Но пока я депутат городского собрания, и остальные независимые депутаты, тоже их полномочий никто не лишал, то взять их документы, выкинуть мешки мусора, сменить замок в комнате и препятствовать нашей деятельности, это не шутка и не просто легкое хулиганство. Это статья Уголовного кодекса, которая ровно так и называется, «Препятствование депутатской деятельности». И ровно по этой статье и должно рассматриваться. И еще больше мне понравилось, значит, когда все это было опубликовано в газетах и интернете, одна из
реплик, которая была на эти публикации, а все правильно, это избавляются от подрывных элементов. Изгнанные депутаты ведут прием населения в маленьком офисе Татьяны Котляр. Конечно, в столь крошечном помещении всем не уместиться. Получается, что и в тесноте, и в обиде. Ибо порядки, насаждаемые губернатором Калужской области Артамоновым, этим рыцарем кремлевского ангажемента, диктуют: оппозицию нужно забомбить и немедленно зачистить. От Москвы до самой до Калуги. А остальную территорию России освоят другие губернаторы. Вылежут Путина и освоят. Александр Васильев, Андрей Лупандин, Калуга, Саша Сотник, Дмитрий Мелехин, Москва. Политвестник ТВ.